В Театре нации готовится к премьере спектакля «Ивонна, принцесса Бургундская». Постановку по пьесе польского классика Витальда Гомбровича готовит польский режиссер Грзегорз Єжина. В преддверии этого события в новом пространстве театра стартовал проект с длинным названием «Современный польский театр между литературой и визуальным искусством. Єжина играет в Гомбровича». Его цель – максимально подготовить зрителя к восприятию нового спектакля. Погружать публику в культурный контекст того, что ей предстоит увидеть, для театра в России явление довольно новое. Главная цель нынешнего проекта – как можно больше рассказать зрителю о творчестве известного польского писателя Витальда Гомбровича и современного режиссера Грзегорза Єжины, то есть соавторов грядущей премьеры. Для этого Театр нации объединил усилия с Польским культурным центром в Москве. Зритель в зале смотрит на спектакль, он должен быть подготовлен. Да? И многие театры, в том числе ТР, Варшава, такие образовательные программы делают. Очень часто, и мы пользуемся этим опытом здесь, в Москве. Про Гомбровича – лекции специалистов, круглый стол, театральные перформансы. Про Єжину – видеопоказы спектаклей, первого и последнего на данный момент и созданного им. «Тропическая лихорадка» и «Мученик». Сам Єжина в подготовительном процессе участвует немного, полностью сосредоточен на выпуске «Ивоны, принцессы Бургундской». Последний раз я так репетировал, когда работал в театральной школе со студентами. Но в России, где я впервые ставлю, актеры готовы репетировать подолгу, полны юношеского запала, энергии. Обычно я не репетирую по 12 часов, но раз актеры так хотят, я пользуюсь этим, не чувствую себя в силах им отказать. Это потрясающе, что они относятся к спектаклю как к большому серьезному делу. Одна из частей проекта – выставка театрального плаката Грзегорза Лашука. Самые интересные афиши самых интересных спектаклей в период с 90-х годов до сегодняшнего дня. Плакаты, театральные программки. Лашук – художник, дизайнер, последние 10 лет плотно работающий с ТР «Варшава», одним из главных театров Польши. Он же автор афишек будущей Ивоне, принцессе Бургундской. Грзегорз Лашук тоже самый важный, один из самых важных современных дизайнеров. Будет интересный перформанс, который он будет делать 7 октября, которого название «Как я убил польский плакат». Потому что он начал новое время, новый период в нашей визуальной жизни, которого не очень много связи с таким типичным польским плакатом. В первый же день программы видеоверсия спектакля другого известного польского режиссера Ежи Яроцкого «Космос», также по известной пьесе Витальда Гомбровича. Зрителей пока пришло немного, но организаторы уверены, потребуется некоторое время, чтобы привить публике привычку готовиться к спектаклю в такой необычной и занимательной форме. Валерия Кудрявцева, Александр Кубасов, «Новости культуры».